конференц-зале администрации собрались ветераны, учителя, которые уже не первый год работают в школе, а также молодые специалисты, недавно начавшие свой путь на поприще просвещения. День учителя – это торжество, когда поздравляют всех преподавателей и наставников, воспитателей и тренеров, людей, чья профессиональная деятельность связана с образованием. Благодаря их участию и опыту сложились наши знания и первые жизненные шаги, профессиональный выбор и отношение к людям. И очень важно то, что вы воспитываете детей личным примером, приветствовал сидящих в зале глава города Уварва Владислав Денисов. Несмотря ни на что, всегда педагоги, всегда на рубеже первых. Что мы не проводим, никакое мероприятие, спортивное, это политическое мероприятие, какой-то общественный праздник, всегда вы в этом плане у нас лучшие. На торжественном мероприятии отметили вклад педагогов в развитие образования, достигнутые трудовые успехи. Лучшим вручили юбилейные медали, посвященные 80-летию Тамбовской области. Среди награжденных – ветераны педагогического труда, отдавшие многие годы на воспитание подрастающего поколения. «Очень приятно видеть плоды своей деятельности», говорит заслуженный учитель Российской Федерации Клавдия Петровна Шишкина, проработавшая в школе больше 45 лет. Мои ученики сдавали в мединституты, в технологические институты, вот это два профиля, и в педагогические. Много последователей моих учителей химии, много. Дальше много закончили технологические и много врачей. Где-то больше 200, я подсчитала, которых я помню. По всей России находятся мои ученики, выполняют очень важную работу. Я поздравляю всех учителей, особенно первой школы, с праздником. И пожелаю всем здоровья, здоровья, еще раз здоровья. В свой профессиональный праздник педагоги не только принимали поздравления, но и удостаивались почетных званий. Одним вручили нагрудный знак за верность педагогической профессии и сертификаты победителей различных конкурсов. Других отметили почетными грамотами Управления образования области и администрации города. В этот день у каждого была возможность поблагодарить тех, кто любим и уважаем, кто отдавал и будет отдавать детям часть своей души, передавать накопленные знания и опыт. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, «Наш город».